Привет всем. Заказали мне родители вот такой домик сделать для синичек. У них на балконе они все время там тусят, а жить негде. Сейчас буду изобретать. Досочку подготовил уже на рейсмусе. Буду клеить этот. Висеть он будет под крышей, мокнуть не будет, так что намного упрощает задачу. Ну что, поехали строить. Ну все, засохло. Погнали дальше
подгонять, шлифовать все подряд, собирать в кучу. Маленький косячок. Не посмотрел толком на чертеж. Отверстие сбоку должно быть. Я приклеил наоборот кормушки сюда. Ну, сейчас быстро заклеим по новой. Такой вот синичник получился. Тушки он так будет прикручиваться потом к полке. Комплект шурупов, чтоб не искать. Вот такая вот приколюшка. Краска засохла уже, густая сильно, полосами получилось. Я не страдаю, у меня отец художник, если что, он нарисует тут что-нибудь, Мона Лизу какую-нибудь сбоку. Вот такой вот видосик. Птички будут рады. Ну, всем пока, спасибо за внимание.
До новых встреч в эфире.